Привет, друзья! Яйца никогда не называют суперпродуктами. Но этот дар природы, безусловно, заслуживает такого названия. Яйца очень питательны и содержат тонны питательных веществ. Большинство из них даже не входит в так называемую американскую диету. Ешьте больше яиц, чтобы получить достаточное количество белков, аминокислот, железа и антиоксидантов. Яйца удивительны для спортсменов и почти всех, кто пытается построить мышцы. Вы не должны есть только желток или только белок. Съешьте яйцо целиком. Яйца наполнены жиросжигающими питательными веществами. Это один из продуктов, которые нужно есть, чтобы избавиться от лишних килограммов. Яйца очень полезные, и вы должны есть их каждый день. Нужно больше причин, чтобы съесть яйца. Яйца спасут вас. Ваше тело производит 11 аминокислот, и нужно еще 9, чтобы сделать все возможное. Яйца дадут вам остальные 9 кислот. Недостаток этих кислот приводит к потере мышечной массы, слабому иммунитету, слабости, усталости, тонким волосам и проблемам с кожей. Регулирует уровень холестерина в крови. Холестерин может вызвать множество проблем со здоровьем. Есть хороший и плохой вид холестерина. Яйца содержат хороший вид. Повышение иммунитета. Яйцо или два в день поможет вам отгонять инфекции, болезни и вирусы. Более низкий риск сердечных проблем. Молекулы плохого холестерина остаются на стенах артерии и причиняют атеросклероз. Яйца снижают риск развития сердечных заболеваний. Стимулирует мозг. Холин дает вашему телу достаточную энергию и силу. Он содержится в клеточных мембранах. Холин важен в синтезе ацетилхолина. Крепкие зубы и кости. Яйца являются редким природным источником витамина D. Этот витамин важен для вашей кожи и зубов. Яйца помогают организму усваивать кальций, а также важны для сердца, толстой кишки и обмена веществ. Улучшенный цвет лица, здоровье волос и кожи. Витамин В2, В5 и В12 важны для ваших волос, кожи и глаз. Эти витамины играют огромную роль в функции мозга и печени. Зрение. Лютеин и зеаксантин снижают риск возрастной, макулярной дегенерации и катаракты. Эти две причины являются основными причинами слепоты и проблем со зрением. Потеря веса. Яйца – это правильная пища для вас, поскольку они плавят жир и сжигают лишние килограммы. Чувство наполненности. Белок яйца влияет на аппетит, так же, как и любая другая белковая пища. Индекс сытости определяет влияние пищи на чувство наполненности. Яйца находятся в верхней части списка. Стресс и беспокойство. Аминокислоты в яйцах оказывают влияние на ваше психическое здоровье. Исследование 2004 года, проведенное Национальной академией наук, показало, что серотонин уменьшает беспокойство и стресс. Делитесь этими важными знаниями с друзьями и берегите себя. Будьте здоровы!